Добрый вечер. Студия «Лига Европы» во второй раз пожаловала в наш город в рамках группового этапа. С чего стоит начать? С того, что в кассах до сих пор есть билеты. И это очень удивительный факт, потому что перед прошлым матчем, когда «Черноморец» играл с ПСВ, билеты пропали, билеты просто разобрали. И не было их в кассах еще, наверное, за две недели до самого матча. Сейчас вот мы, собственно, начали наше включение с кассы. И перед кассой, вот сейчас мы видим, люди вернулись к кассе. А когда мы начинали, они просто разошлись. Но вот так получается, что одесские болельщики стеснительные и решили спрятаться от объектива телекамеры. Тем не менее, у меня существует такое предположение, что все-таки трибуны одесского стадиона сегодня будут заполнены до отказа, потому что людей на центральной аллее перед стадионом сейчас не меньше, чем было на прошлом. Черноморец вперед! Черноморец! Вот мы видим праздничное, предпобедное, надеюсь, настроение у одесских болельщиков уже присутствует. И я закончу свою мысль. Мне кажется, что все-таки все билеты прямо перед матчем разберут, и трибуны будут полными. Не знаю, честно скажу, не знаю, почему билеты не разобрали заранее. Возможно, думали, что уже не будет так тепло. А возможно, имя у лудогорца не такое известное, не такое грозное, как у ПСВ. Тем не менее, я напомню о том, что лудогорец, болгарский лудогорец, является чемпионом своей страны. Он является нынешним лидером нашей отборочной группы. Он не оставил шансов просто голландскому ПСВ, он не оставил шансов Динамо Загреб, а поэтому эта команда очень серьезная и надо с должным уважением отнестись к ней, потому что я напомню, что ПСВ, которая проиграла лудогорцу, обыграла нас, а значит, сегодня будет очень интересный матч. Наша съемочная группа также находится в предвкушении и сейчас отправится на стадион. И я передаю слово вам, студия.